Вы когда-нибудь покупали торт просто так, без повода? Ну, типа, вы идете вот такие в магазины, такие: «О, торт хочу!» И покупаете. Даже если сегодня никакой не праздник, вы ничего не отмечаете. Вы просто покупаете целый торт, просто так. Однажды я так сделала, и вы не поверите, какое это наслаждение, я была счастлива. Первую половину торта, которую я съела в первый день. А вот во второй день пошла вторая. Тогда уже было не так весело. Торт мне больше есть не хотелось, а выкидывать жалко. Я его ела, ела, ела. Короче, если вы решите когда-нибудь купить торт просто так, одному или одной себе, покупайте маленький. Либо с большим сроком годности. Но это все равно офигенно.